Доброе утро всем. День 51. Встаем на весы. Так, не видно что-то. 117. 117 400. Ну чё? Не помню, сколько вчера было. Нормально. Пойдем готовить завтрак теперь. Так, у меня завтрак. Эти ленивые вареники. Пачка творога, яичко. 70 грамм рисовой муки. В этот раз просто обычными шариками делала. Кидала в воду, отварила. 100 грамм земляники замороженный и 1 столовая ложка сметанки. Очень вкусно. Единственный минус — ягода замороженная, нету краски, во-первых, такой прям вот яркой, насыщенной, да, и рядом лежала, видать, то ли укроп, то ли петрушка, и земляника в себя впитала запах зелени. По вкусу маленько с петрушкой или с укропом, не знаю, с чем-то смешивается. Все о чем говорит? О том, что надо пользоваться вакууматором. Пакеты плотные. Вот когда ягодка у меня лежит в плотном пакете, такой где-то 300-350 микрон по плотности я покупала, там не пахнет ягода, а это в обычном простом целлофанчике было, пакетики. И вот передался запах. Ну, конечно же, я съем, куда деваться. Укроп, петрушку я тоже люблю. Просто хотелось именно вкус ягодный, а не овощной или как здесь пряный. В общем, очень вкусно, буду завтракать. Делайте такие вкусняшки детям. Это очень вкусно. Конечно, не с рисовой муки, можно с обычной. Думаю, что рецептов миллион. И ванильку я еще добавила маленько. С ванилином. Очень вкусно. И 5 минут делов. То есть, пока вода кипит в кастрюльке, мы быстренько замешиваем тестица. Я думаю, что дети просто творог не любят. Вот на такие клёцки, или я не знаю как. Ну, ленивый вареник. Думаю, согласятся. Неплотным комочком можно сделать половину-половину. Половину теста разделить, сделать обычный ванилин, а в половину добавить какао. Это вкуснятина. Не знаю, мне нравится во всяком случае. Сладенькие, вкусненькие. А те, кто дети очень любят макароны, как идея. Почти. У меня-то, конечно, без сахара, без соли. Вы же можете и посластить. Посолить и посластить, что хочешь сделать. Вот. Но кто на правильном питании, лучше воздержаться от сахара. Сахара много в ягоде. И я вот кушаю, это очень сладенько. Какую-то ягоду я досаливаю. Фу, досаливаю, ужас. Сахарю, но это фитпарадом. Это в основном клубника домашняя. Она ремонтантная, она кисловатая. И малина. Когда начало, первое у нее плодоношение идет, она тоже имеет маленькую кислинку. Поэтому вот эти ягоды я дослащиваю. Господи, что у меня с солью сегодня беда. Вот. Естественно, яблоки там, дыню, персик. Естественно, я сластить не буду. Они и так очень-очень сладкие. После того, как ты неделю не покушаешь сладкого, вообще ничего, ни сахара, ни каких-либо продуктов сладких, только натуральные, из натуральных вот, сама приготовила ингредиентов,
не покупные. После недели уже ты ощущаешь всю сладость и соль в продуктах. Натрий везде в продукте есть. В любом продукте есть натрий. Вот. Поэтому ощущение, что даже помидор соленый, у вас придет через неделю. Мясо, оно тоже имеет свой соленоватый привкус. Любое. Огурцы, помидоры, капуста. У капусты вообще сладко и сладости бывает, и она и бывает с кислинкой капусты. Ну, в общем, она вся разная, видать, чем поливают. Будете ощущать полный спектр вкусов. Оно у вас раскроется, и будете ощущать весь вкус продукта именно. А не ГМО, которые подмешивают, которые напичкивают нас всякими нитратами, нитритами. Особенно вот эти е-е-е-е-е-е-е, которые компоненты. А здесь все натурально. Творог натуральный. Если вы не хотите магазины, пожалуйста, кто мешает купить молоко и сварить домашний творог? У меня просто на это времени нет. Даже муж Дима приносит молоко с работы, им выдают. Я его замораживаю на каше, на оладьи, на блины. У меня нету времени сварить его. Ну, надо его слить, поставить в духовку часа на 4 там. Потому что просто вареный он на огне. Он будет крупинками. Вот. Я знаю способ, который в баночке, в духовке. Но это, конечно, долго. У меня на это нет времени. Я купила термостатный йогурт какой-то хороший. До сих пор не могу сделать йогурт. Но термостатный домашний. У меня на это тоже нет времени. А надо бы заняться. Сегодня, может, сделаю. Чтобы его в большем количестве было. Так, ладно, все, кушаю. Это очень вкусно, потому что... Это когда надоедают каши. И сырники. Все, всем приятного аппетита. Сегодня я поеду делать красоту. Сегодня мне сделает Леночка стрижечку, бровочки. Наконец-то, наконец. Я буду красоткой. И зайду, проведаю моих тетушек и маму, конечно же. Вот. Все, всем пока, кушаю. До обеда. Вот он, мамин дружочек, пирожочек. Пришел ко мне. Под одеялочку забрался к маме. Да, зайчик. Да, котушка моя. Спит в теплушечке. У мамы на животике. Да, зайчик мой. Мурочка мой. Да. А как ему тут тепленько-то, да? Спи, спи, сыночек. Спи, мой зайчик. Спи, мой родной. Маме песенку поют. Да. Господи, лишь бы только чесали бы. Рыжикое чудо мое. Мамин сынок. Я о собачке мечтаю. Пока только одни коты. Так всю жизнь и проживу без собаки, да, мой сладкий? Нам нужна собачка, сынок? Маленькая такая же, как и ты. Мамин мальчик. Сейчас поваляемся маленько, да вставать надо. Что-то у меня горло першит. Ехать на стрижечку надо. И у меня сегодня, короче, ленивое утро. И мы с котюшкой. Вот так вот. Вот такой у нас ужин. Как вы догадались, у меня сегодня творожок. Поэтому пришлось мне делиться.
делиться вот с этим маленьким хорьком. Он же чует его за версту, не знаю откуда, прям чуть ли не в тарелку носом мне уже. Еле успела сбегануть за его миской. Вкусно тебе, дружок? Ай, как вкусно. А вот эта мадам не ест творожок, поэтому сидит обиженная, обиженная такая. Морда усатая, обиженная, да. Так, у меня творожок и чаек. Заходила в этот магнит. Магнит наш. Ну, так, продукты закупала. Купила крем пантенол. Такой малюсенький он теперь стал. Раньше 100-граммовый тюбик или 75 грамм тюбик был. А сейчас я не знаю, сколько. Если 30 грамм ли. Ну, 46 миллилитров. Непонятно, сколько грамм. Руки очень сохнут. Заходила в фикс прайс. Конечно же, я ничего там не нашла. Того, что хотела. То, что раньше было, того нет. Вот такой небольшой пантенольчик. Буду мазать. Он с каким-то идет декспантенол для очень сухой раздраженной кожи. Но это, конечно, моя, да. Так, в фикс прайсе еще купила ватные диски. Вообще конкретно ехала за пантенолом. Но там маленький обзорчик будет. Вешалки вот такие купила. 3 штуки 55 рублей. 3 штучки 55 рублей. Взяла 2 упаковки. Ой. Сейчас поближе поставлю. Господи, боже мой. Ой, камеру закрыла. Так. Купила вот такое жидкое мыло. Что-то оно мне как-то зашло, понравилось. Такой. Что-то тут такое красивое. Мне кажется, запах должен быть такой вкусный. Не знаю, сейчас открою, понюхаю, конечно. Ладно, потом понюхаю. Цену не помню. А где-то вообще-то у меня чек должен быть. Мне кажется, ли 70 с чем-то ли рублей. Вот это большая. Здесь полтора литра здесь. Вот этого. Вот такой натуральный компонент. Жидкое мыло проливали. Так, пусть пока здесь. Неудобно, я тут лечусь. Там все болеют. Ну вот я показывала, взяла. Вот такую свежая косметика. А, фокусируйся. Гиалуроновый крем для лица омолаживающий. Омолаживающий. Ну, не знаю. Короче, если намажусь, как. Посмотрим, как я омолажусь. Так, показывала, да. Ребенку взяла тоник. Тоник контроль жирного блеска для комбинированной и жирной кожи. Вот. Такой вот ей взяла. Так, ну, не знаю, показывала или нет. Вот такие термо для пистолета, термопалочки вот эти взяла. Нам надо будет на 25 мая, на День защиты детей, делать. Ну, кое-что делать вот нужны для термопистолета. Они по 77 рублей. 3 штуки идут. Так, вот такие брала масочки. Мне очень они нравятся, всякие разные. Сегодня взяла перцовую. Густое масло для волос. Прекрасно впитывается, прекрасно наносится, не оставляет жирного блеска. Раньше стоило оно 50 рублей, потом я его покупала по 55. Очень давно не покупала, потому что как-то вот у меня запасы были, подарили там еще какое-то масло. Пользуется дочь до сих пор. Для роста волос, в общем. Перцовая стимулирует рост волос. Так, фокусируйся быстрее. Не знаю, как оно стимулирует, не стимулирует, но волосы после него очень хорошие. Никакого жирного налета, никакой жирности, ничего нету. Обычные чистые волосы. Липкости нет, ничего. Мне нравится это очень. Так, еще одни. А, это уже у меня девочка попросила тоже захватить эти палочки. Так, ой, господи, что же это? Так, купила гель
Такая корейская косметика. Гель для умывания для всех типов кожи. Но я, конечно, больше для нее взяла. Увлажнение, акция, антиоксидантное действие. Не знаю, насколько, конечно, это правда. Но пусть умывается ребенок. У нее проблемная кожа. У нее подростковые прыщи. Вот, может, поможет, может, нет, не знаю, не поможет ей, буду делать я. Ой, я аскорбинку ей еще купила. 3 штучки, там по 13 ли рублей, что ли, обычная. Обычная аскорбинка. Такая вот. Как раньше, вот аскорбинка была, вот, наверное, вспыш. Какой-то вспыш, короче, не знаю, что такое, наверное, мультяшный герой. Так, ну вот такая покупочка небольшая. Конечно, руки я намажу сразу пантенольчиком. Вот, сейчас покушаю, сразу помажу, потому что после мытья посуды, конечно, руки просто в ужасном состоянии. Вообще сухость, вот тут все, ой, ничего не фокусирует. Фокусирует пантенол, руку не фокусирует. Ну, в общем, очень сухая кожа, настолько высохшие. Прям даже вот эти вот... Нельзя даже колготки капроновые одеть, в общем, вот. Так, я просто сегодня бегом-бегом бежала, поэтому у меня времени было в обрез. Конечно, там есть еще что посмотреть, много выбор, большой. Но ехала я конкретно за пантенолом. Это не тот пантенол, который я покупала раньше. Но хотя бы воспользуюсь пока им. Там именно в фикс-прайсе другой пантенол, большие упаковочки. Он синий и оранжевый. И тот просто шикарный для рук. Не знаю, найду или нет, но что только такой. Так, все, я буду кушать. Буду кушать. И уже ближе, наверное, у меня еще суп варится. Да, ближе ко сну не получится. У меня же еще курица в духовке. Понятно. В общем, раньше лечь не получится. Время уже 8. Ну, часов 10 я, наверное, только освобожусь. Ладно. 10 числа поедем к Вове. Покажу вам, какой мы купили ему холодильник. Просто шикарный. Тетенька, большое ей спасибо. Она нам сделала очень большую скидку. Он стоил 4, она его продавала за 2. Вот. Так что... Двухкамерный, морозит, я потрогала. В общем, пусть бэушный, но у Вовы теперь можно запасы заполнять прям битком, морозилку делать. Так, ладно. Все, кушать буду. Всем пока-пока.